Ну а наш эфир продолжается, и от одной серьезной темы мы переходим к другой. В нашей студии уже появились гости, которых я готова представить. Это Евгений Черняк, сотрудник аппарата антитеррористической комиссии Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро, Евгений. Начну я, пожалуй, с вопроса не столь серьезного, но не менее важного. Как началось у ваше утро нового дня? Мое утро нового дня началось с чашки кофе. Вот. И с прибытия на ваш телеканал. Вот. Ранний подъем вас не смутил? Нет, конечно. Позвольте еще тогда вопрос встречный задам вам. У вас на лацкане пиджака какой-то блестящий значок. Что это? Это значок символизирует наш аппарат антитеррористической комиссии в Республике Крым, вот, в который я непосредственно вхожу, где я работаю, прохожу, так скажем, свою службу государственную. Вот. Я знаю, что одним из главных, скажем так, лозунгов, которые являются вашим кредо, это призыв крымчан правильно реагировать на странные звонки, странные, скажем, находки. Что именно вы подразумеваете под этим? Ну, вы имеете в виду профилактику террористических угроз и профилактику идеологии терроризма в Республике Крым. Ну, мы звонки, так скажем, не принимаем, этим занимаются правоохранительные органы в первую очередь. Вот мы проводим ряд профилактических мероприятий, которые направлены непосредственно на профилактику и противодействие идеологии терроризма среди населения нашей республики, которые уходят в том числе и мониторинг социально-экономических, политических ситуаций в Республике Крым. Ну и прежде всего направлено на работу с молодежью, молодежной среде. То есть это возраст варьируется, к примеру, там от 13 до 23 лет. Евгений Васильевич, вот у меня тоже такой вопрос появился. Вы знаете, как призвать крымчан, чтобы они не боялись, чтобы они не стеснялись и звонили, если действительно какая-то ситуация, которая кажется им нестандартной, которая кажется, может быть, напряженной, как позвонить, куда позвонить и что главное сообщить? Ну, смотря что вы подразумеваете под нестандартной ситуацией, к примеру, если это подозрительный предмет, к примеру, да, если человек увидел подозрительный предмет в местах массового скопления людей, вот, будь то торговый центр, вокзал, площадь какая-либо, вот, ну, непосредственно проще всего, естественно, и лучше всего не стесняться, то есть позвонить в органы МВД России по Республике Крым, территориальные органы МВД, то есть в каждом муниципальном образовании есть номера телефонов, это на сайте правительства Республики Крым, есть список телефонов территориальных органов МВД, куда можно обратиться. Можно обратиться в устной форме, в принципе, к любому сотруднику полиции, вот, находящимся на службе, там, будучи, там, к примеру, да, в каком-то мероприятии. Вот, и сообщить ему в устной форме, в устном порядке какие-либо подозрения. Вот, по поводу предмета подозрительного. Вот. Евгений Васильевич, вопрос. Мы с вами живем в такое, ну скажем, суетное время. На улицах полным-полно странных людей. Какой человек может вызвать, скажем так, опасность? Как его заподозрить? Ну, проще всего, как таковых особенностей выявления террориста, ну, не существует, но есть несколько, да, так скажем, подозрительных моментов, которые могут вызвать, ну, к примеру, человек одет не по погоде, ну, летом ходит там, да, в какой-нибудь шубе, либо в пальто, то есть вызывает подозрение, может вызвать подозрение. То есть, если Антонина наденет меха летом, значит, надо звонить. То есть, подождите, а, например, когда в Питере, там, в принципе, очень много нестандартных людей, мне кажется, каждого второго можно заподозрить. Ну, я думаю, что это будут явно выраженные черты человека, да, и поведение. То есть, в том числе, это будет нервозное состояние, то есть, человек может быть бледен, в принципе, то есть, ну, это психологический такой портрет, который можно выявить, но обычному человеку это довольно-таки сложно выявить, ну, профессионалы своего дела, они, естественно, знают, как выглядит человек, затеявший недоброе в отношении мирных граждан, конечно же. А вот проявление терроризма можно как-то сравнить с прошлым годом, позапрошлым и вообще все года?
больше случаев или меньше, участились, не участились жестокость вообще? Ну, по соотношению, к примеру, 2018 годом 8 раз снизилось число террористических актов, экстремистских проявлений на территории Российской Федерации в целом, в принципе. А как считали? Но есть свои статистические данные, которые со всех субъектов Российской Федерации, со всех аппаратов, как вот у нас в Республике Крым, стекается, естественно, в Национальный антитеррористический комитет Российской Федерации, где, естественно, работают определенные люди, вот, подсчитывающие статистику соответствующую. И таким образом эта информация, в том числе оперативная информация, вот, от силовых структур, не только от органов исполнительной государственной власти. Вот, и после, естественно, определенная статистика, динамика уже выявляется. Евгений Васильевич, у нас, к сожалению, время подходит к концу. Напоследок самый, пожалуй, главный вопрос. Вот летом, например, вышел я на улицу, увидел Антонину всю странную в мехах. Куда мне обращаться? И что нужно говорить? Ну, я думаю, что по Антонине вряд ли можно определить человека, который затеял какие-то, так скажем... Ой, зря. Я думаю, что вы, как никто, хорошо знаете, что виноваты женщины. Шушеля фам. Но я, пожалуй, приму это все как комплимент, поэтому, Саша, останемся при своем мнении. Так куда же звонить? Просто звонить в территориальные, либо в республиканские органы ОВД, в первую очередь. И какую информацию необходимо сообщить? Максимальную информацию. То, которое вы увидели, то есть максимально, то есть запомнили количество людей, какие-то приметы, то есть все то, что можно определить портретом, визуальным портретом человека, либо, ну, какого-то предмета оставшегося. Ну, смотрите, если Саша в итоге ошибся, его за это никак не накажут. Нет, то есть конечно. Человек может не бояться, конечно. Не переживать. Лучше проявить бдительность, чем тем самым можно, конечно же, спасти, либо предотвратить определенные противоправные действия по отношению к населению. Лишний раз лучше проявить бдительность. Ну, в таком случае мы наших зрителей призываем проявлять все-таки инициативу и быть бдительными. А я напоминаю, что в гостях у нас был Евгений Черняк, это сотрудник аппарата антитеррористической комиссии Республики Крым. Мы вас благодарим, что вы к нам пришли. Спасибо. В гости. Ну, а наш эфир продолжается, и следующие новости, которые мы для вас подготовили, собрали из интернета. Предлагаем вашему вниманию интересные материалы.